Совсем немного времени остается до старта летней оздоровительной кампании в Омской области. 22 мая в региональном правительстве состоялась видеоконференция областной межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних. Представители ведомств региональных Минспорта, Минобра, Минздрава, Роспотребнадзора, Управления МЧС и МВД России рассмотрели вопросы по подготовке материально-технической базы имущественных комплексов лагерей, организации безопасности, питания, перевозки детей. На сегодняшний день по данным реестра организации отдыха детей и их оздоровления в Омской области по графику начнут работу 659 детских оздоровительных организаций, где планируется оздоровить за счет средств областного бюджета 81 644 ребенка. Региональные органы исполнительной власти создали необходимые условия для обеспечения отдыха и оздоровления детей, освоения в полном объеме выделенных из областного бюджета финансовых средств. Оздоровительный лагерь «Динамовец» расположен в селе Красноярка Омского района и ежегодно принимает сотни юных спортсменов на учебно-тренировочные сборы и летний отдых. В этом году первая из пяти запланированных смен стартует 7 июня. Заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Татьяна Руденок проверила готовность лагеря к тому, чтобы через две недели принять на территории более 240 детей и подростков на первый сезон. Время, конечно, еще есть, но мы уже видим, что, в общем-то, уже идут такие последние приготовления к открытию лагеря. Основная работа вся уже, в общем-то, завершена. Сейчас убираются строймусор, листва. Надо сказать, что в этом году выделено на 50 миллионов именно на подготовку детских оздоровительных лагерей. Финансовые средства выделены по инициативе исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Леонидовича Буркова. И в этот лагерь тоже были перечислены финансовые средства на реконструкцию корпусов, где будут проживать дети, на укрепление материально-технической базы. Здесь было закуплено как мебель, это и кровати, был закуплен мягкий инвентарь. Дети будут спать на новых хороших ортопедических матрасах, прекрасное новое постельное белье. В период подготовки к летнему сезону в «Динамовце» проведены масштабные строительные работы по замене кровли корпусов, установке пластиковых окон, модернизации зданий и оборудования медицинского и пищевого блоков. Я думаю, все это благоприятно отразится, так сказать, на качестве отдыха детей. Ну а у нас лагерь спортивный, ребята приезжают сюда на учебно-тренировочные сборы по разным видам спорта. Я думаю, что все эти преображения их приятно удивят. We'll be right back.